Вчера я вам показал, как огромный паук пролез к нам во двор и оставил кучу своей паутины. Так как таких огромных видов в нашей местности не водится, я подумал, что какой-то сосед потерял своего домашнего паука. Мы с моим братом пошли по следу паутины и выяснили, что скорее всего паук сидит на чердаке. Я сразу же взял лестницу и залез туда, и оказалось, что мы были правы, ибо там простиралась огромная паутина. Но вы знаете, лучше бы я остался внизу. Ай! Брат, очнись, эй! Очнись! А! Тихо! Тебя укусил паук. Он там есть? Нет. Вставай, его там нет. Ай, укус болит. Покажи. Блин, как же она болит. Черт. Нужно к врачу. Давай слазим. Давай дальше я сам. Что такое? Что это? Ого. Что за фигня, блин? Что со мной происходит? Не знаю. Что с тобой? Братан, я, кажется, не могу отлипнуть. Помоги мне! Давай! Что случилось с тобой? Что это за фигня, блин? Ого! Офигеть. Вот это силы. Ого. Офигеть, у меня теперь силы паука. Братан, и что теперь будешь делать? Ну, не знаю, как ты, а я пошел кататься на паутине.